Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». У нас приключение, уровень 3, миссия 4. Поехали. Так, мы с вами воюем где? На заднем дворе, да? Против нас идут плавающие зомби. Я смотрю, тут уже и спортсмен подвязался. Плюс еще этот в трусах голожопый, который с газетой. В общем, будем приступать. Ну что, без кувшинки нам здесь явно не обойтись. Это однозначно. Я ваш комментарий почитал. Вам, многим из вас, нравится кабачок. Давай возьмем кабачок. Три стрел, я не знаю. Водоросли, которые затягивают зомби под воду. Слушай, ну неплохо. То есть я могу ставить его без кувшинки, получается, да? Проверим, короче. Также мы возьмем с тобой подсолнух. И давай возьмем морозный горох плюс орех. Без него я никуда не пойду. И три стрел. Так, у нас еще есть ячейка, так что я сюда возьму... А кого я возьму сюда? Так, подожди-ка. Да, я возьму, наверное, скорострела. Все, друзья, поехали. Поехали, сейчас мы с вами начнем тут потихоньку избавляться от этих зомбарей. Они, видите ли, захотели меня взять с тыла. Кукиш им с маслом, вот что я тебе могу сказать. Давай побольше солнышек мне, пожалуйста, побольше. Так, под солнышек мы с вами посадили. Три стрелы очень дорого, конечно, стоит. И так, пошли, 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 родные. Зомби пришли. Как пришли, так и ушли. Нам нужно с вами накопить хотя бы 200 солнечной энергии. Хотя бы, главное. Хотя бы. Мне не нравится он, друзья мои. Мне он совсем не нравится. По-моему, его придется раздавить. Он не слушается меня, понимаешь? На! Так, слушай, я, наверное, погорячился, да? Надо было нам взять с вами обычного горохострела. Пока я накоплю эти, извини меня, 200 энергии, чтобы поставить. Накопил. Накопил, о чудо! Давай, бомби. Бомби этого зомби, и мы с тобой сейчас будем... А что мы будем? Нам солнышки нужны. Нам нужны солнышки, поэтому будем высаживать наши подсолнушки. Так, еще один зомбарь там крадется втихаря. 175 нужно солнечной энергии, чтобы нам поставить морозного гороха. Ну, ты понимаешь, что я не успею, поэтому мне опять придется выставлять кабачок. Выставляем, а в этот момент сажаем подсолнухи. Что-то мне подсказывает, что сейчас побегут по воде. Хочу ошибаться, но вот кажется, что так и будет. Кстати, скоро волна пойдет. Так что радоваться рано. Ну, последний подсолнух я посадил. Кстати, вы сказали, что лучше ставить здесь два ряда подсолнухов. Но, ребят, пока не буду. Так, ну-ка давай, морозим его. Морозим. А в этот момент будем с тобой... Сюда поставим горох. А вот сюда. Ай-яй-яй, куда он бежит, ребят? Так, срочно мне кабачок. Просто срочно, понимаешь? Так, сюда мы поставим с тобой, наверное. Мы раздавим, интересно, его? Или он перепрыгнет? Эй! Фу ты, повезло. Да, спасибо, кабачок. Ты молодец, конечно, ты круто сделал. Сразу не мог его раздавить, да? Сделал вот так вот. Порадовал, так сказать, меня, да? Давай вот сюда вот мы с собой водоросли оставим. Ой, погоди-ка, сюда надо поставить орех. Потому что уже подкрадывается зомби-гаденыш, и нам нужно его подбить. Энергия идет, но маловато. Ой, с газетой. С газетой, друзья мои, это плохо. Да что ж такое-то, вроде бы... Во, скорострел. Давай, бомби этого зомбаря. Этот пока замороженный, он сейчас в истерике, естественно, побежит. Ну и кабачок его должен прихлопнуть. Угу, заметил? На! Да выеживался. Так, мы сюда ставим. О! Идет с уточкой зомби. Это ты зря, парень. Тебя сейчас утащат на дно, если ты хочешь это знать. Ведь утащат, я надеюсь, эти водоросли смогут справиться. Так, идет у нас здесь зомби. Ну что я тебе могу сказать? Нам надо сюда поставить еще пару заморозок. Хе-хе-хе. Ну, баса. Просто затянула под воду. Вот и все. Хорошо, давай тогда думать.
Сюда мы с тобой поставим кого? Туда мы сюда поставим. Ну, можно, ребята, сделать как? Нам, во-первых, надо поставить сюда две кувшинки. Ты спросишь, зачем? Я тебе отвечу, ребят. Здесь будут у нас стоять орехи. На всякий-всякий случай пожарный. Монетку дал, спасибо тебе большое, зомбик. Монетки мне нужны. Волна приближается, вот. Вот сейчас будет шухер, поэтому быстро выставляем наши горохострелы. Так, здесь у нас попрыгун, да, идет? Идет попрыгун. Что мы можем с тобой здесь замутить? Вот так вот сделаем кабачок. Сюда все это перекрываем, доступ. Бегите, бегите, архарцы, вам все равно не пройти. Заморозку. Ой, орех забыл поставить. Я забыл поставить орех. Где орех? Там водяной зомби, ребята, идет. А, подожди, может быть, и водяного утащат они? Да. Фух, повезло. То есть эти водоросли могут и водолазов, да, зомби уничтожать. Это классно. Я думал, что только орех может их останавливать, но нет. Это хорошо. Значит так, сюда мы поставим с тобой орешек. Этот зомби с ведром там идет у нас для него. По идее, нам нужно поставить с вами три стрела вот куда-то сюда. Это было бы вообще идеально для нас. Так, спортсменчик бежит, да, значит? Бежит спортсменчик. Мы его сейчас с вами ушатаем. Спортичка. Вот, не веришь, сейчас увидишь. Бежит Ахламон, сейчас его, опс, и кабачок 12 стульев просто бамс, и все, и раздавил. А вот тут хуже. Тут хуже, друзья, потому что здесь спортсмен бежит. Но мы вот так вот его. А? Все, скушал, олух. Получил свое. Да, сейчас мы его разберем, конечно же. И вот сюда нужен нам орех еще один. Опс, какой довольный такой, прыгнул. Думаю, сейчас я проплыву в басике к его дому. Дудки, никуда ты не проплывешь. Никуда, даже не мечтай. Чем мне нравятся водоросли, друзья мои? Во-первых, они очень дешево стоят. Во-вторых, они сразу уничтожают плавающих зомби. Не имеет значения, кто там, да? Такой-сякой, просто его уничтожаем. Хоть защищенный, хоть какой. И вот в этом большой плюс. Я еще орех сюда поставлю. Ой, красота, монетка выпала. Три стрел пыхтит. Так, сколько у нас? Сейчас, кстати, побежит еще одна волна. Сейчас побежит еще одна мощная волна. Так что подготавливаемся. Поставлю еще сюда кувшин. Ах ты, орех слопал, да? Вот так мы с тобой сюда поставим кабачок. Если что, он уничтожит этого зомби. Так, тут спортсмен у нас появился, бежит. Давай, беги. Не споткнись только, роднуля. Кабачок тебя уже ждет. Давай. Не получилось, ребят. К сожалению, его убили мои цветочки быстрее. Ну, а мы с вами что можем сделать? Я, знаешь, что думаю? Что если нам поставить... Так, во-первых, надо вот сюда орех свежий поставить, да? Этот выкопать. Следующая волна. Ох, ожесточенные битвы растений против зомби. Сюда нужно поставить нам наши водоросли. Вот так вот. Ох, 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 сколько их тут, а? Ты посмотри, сколько их здесь бежит. Злюк, вреднюк и так далее. Да, мне кажется, надо все-таки солнышек ставить, действительно, точнее, подсолнухов ставить в два ряда. Не хватает солнечной энергии. Я хочу, чтобы ее было в обилии, а у нас, видите, очень скудненько. Так, ладно, давай сюда поставлю еще заморозку. Иди гуляй, мозги. Как говорится, если у тебя нет своих, чужие тебе не помогут. Но это еще не все, друзья. Еще будет одна волна, поэтому будем готовиться к ней. О-о-о, бегут, бегут спортсмены. Бегут спортсмены, думают, сейчас они тут все смогут сделать. Нифига они тут не сделают, понимаешь? Ничегошеньки у них не получится. Так, у нас водорослей почему-то нету. Почему-то у нас тут нет водорослей. Они уже... Ой, а вот этот вот плохой зомби на самом деле. С ведром на голове. А ну-ка, топи его. Прям с этим ведром, правильно. Вот и кабачки включились у нас в работу. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой сделаем. А, вот что я хотел. Я хотел поставить сюда заморозки.
И сюда нужен скорострел. Да, наверное, так и сделаем с тобой. Скорострел сюда влепим. Так, они уже, смотри, орех жуют. И еще есть одна идейка у меня, знаешь, какая? Вот сюда вот поставить три стрела. Вот сюда вот. Ого, смотри, какой деловой. Умудрился перепрыгнуть. Наглец, наглец, конечно. Так, этого утопили. Так, еще будет, да, одна суперволна у нас впереди. Так что подготовимся. Если этот с ведром подойдет, его кабачок накроет медным тазом. Сразу же причем. Вот так вот сделаем. Опять бегут спортсмены. Это уже последняя... Нет, это не последняя волна. Там, когда идет волна, там будет красным прописано все. Красным по зеленому. Давай выставим. Так, что нам нужно? Я хотел сюда поставить три стрела, но копить на него еще очень много. И нужен ли он нам? Да пригодится, пускай будет, да? Так, 325 энергии нужно. Сейчас мы его сюда влепим. Вот так вот. Он здесь будет хорошо вписываться, да? В этот интерьер. Ну вот, приближается супер огромная волна. И я жду их. Где они там? Кабачок тоже ждет их. Давай, давай, давай. Ох ты, как круто они прям вылезли-то. Но это на самом деле не смешно, если честно. Потому что с ведром голодранец стоит прям рядышком. Понимаешь, а я сделаю вот так вот. Чтобы им не было так просто и легко все. Блин, что-то мне не нравится тут как-то. Ой, друзья мои, не нравится. Что я могу сделать? Пока ничего на самом деле не могу здесь сделать. Едят они, бедный мой, орех. Ну, растения, естественно, дают им люлей. Тут еще три стрел помогает. Что тут, с двух сторон. И это очень хорошо. Он сейчас еще этот, да? Понятно. А вот такой ты ожидал, парень, а? Конечно же нет. Ух ты, ключ. Мы какой-то ключ с вами получили. Что за ключик? От сейфа, где деньги лежат? Вы нашли ключ от машины Дэйва. Теперь вы можете посетить магазин Безумного Дэйва. Эй, ты нашел ключ от моей машины. Ты знаешь, что это значит? Магазин Безумного Дэйва открыт. Подходи, может быть, тебе что-нибудь понравится. Давай посмотрим. Это дополнительное место, да? Сколько стоит? 20 тысяч. А это что такое? Сажай это на свои скорострелы, чтобы превратить их в горохометы. Они стреляют 4 горошинами за раз. Ого! Эти садовые грабли убивают первого зомби, наступившего на них. Они даются на 3 уровня. Этот чистильщик бассейнов добавит тебе дополнительную линию обороны на уровнях с бассейном. Хм. Сажай это на свои подсолнухи, чтобы превратить их в двойные подсолнухи. Они дают в 2 раза больше солнца, чем подсолнух. Че нам взять, друзья мои? Продам все по дешевке. Садовая тачка. Ну что, я думаю, мы, наверное... А интересно, это на один раз или на всю игру? По идее, должно быть на всю игру, да? Но у меня в любом случае не хватит денег. У меня всего лишь 900 монет, поэтому будем копить потихоньку. Так, и у нас опять с вами миссия. Забавный факт из процесса зомбификации. Иногда зомби получаются очень маленькими. Очень маленькими и очень злыми. Берегите ноги. Ой, а что они такие? Малюсенькие. На старт внимание сажай. А почему они такие маленькие? Зомбификация. Ну давай посмотрим. Такие лилипутики. Так, кувшинки поставим здесь, естественно. Так, секунду, надо нам тут защиту как-то ставить. Они быстрые почему-то, смотри. Больно быстро бегут. А если я так делаю? Бам! А если еще? Бу-бух! Шикарно. Очень шикарно. Так, давай еще сюда поставим. По воде стопудово побегу, да? А вишенка, ага, на воде не может. Нужно для нее
специально вставить кувшинку. Ну куда вы прете? Куда вот разогнались-то, а? Вы думаете, вот я вас так просто пропущу, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, спортсменчик, ты куда разогнался-то? Малыш, отдохни. Бежит вот там, наяривает. Не будем мы, наверное, с тобой вишенки просто так тратить, да? Подэкономим маленько, пускай они тут в кучку все встанут. И уже после можно будет бомбить. Вот, например, сейчас. Опа. Давай, горохострел, бомби. Тут прикрываем. Все эти подходы мы с тобой, естественно, будем прикрывать, чтобы они к нам сюда даже носа подточить не могли. Так, приближается большая волна зомби. Ну давай, где она у вас там? Большая волна зомби. Мы ждем, так, спортсмен бежит. Что-то вишенок мне, кстати, больше не... А, нет, вот они, вишенки. Пока не буду тратить, хотя надо. Ну, ох, сейчас солид так бомбануло. Давай здесь. Четко, все четенько. Прям как доктор прописал. Может, здесь бомбанем? Ох, солиденько. Тогда я его сюда поставлю. Такой голос, мозги. Вот тебе и мозги. Взрываем. Так, ты куда разогнался, парень? А? Вот скажи мне, куда, вот куда ты разогнался? Берегите ноги, да? Бамс. И этих тут тоже. Да-да, блин, одного не подбили. Ладно, хорошо. Кувшинок. А, все, я понял, сейчас у нас вынырнут. Ну и мы их, естественно, сможем разбомбить. Так, дальше что? Еще спортсмены. Орех, орех. Давай еще один орех сюда поставим с тобой. Ну, мне кажется, тут легко. Сейчас, кстати, побежит еще одна суперволна. Так что готовимся. Так что готовимся, ну. Давай вот сюда вот еще поставим с тобой горохострела. Ну, бегите, орлы. Я готов вас встретить. Точнее, мои растения готовы вас встретить. Последняя волна. Я очень этому рад. Подрывник достижения я получил. Это хорошо, что я получил достижение подрывник. Но, ух ты. Знакомая личность, друзья мои. Это не тот ли наш супер перчик огнемет? Я могу, конечно, ошибаться, но посмотрим. А, нет, это уничтожает целую линию зомби. Угу. Ух ты, елки-палки, это что у нас? Зомби на катке. Ага. Уничтожает целую линию зомби. Возьмем. Так, берем подсолнух, берем кабачок. Также мы возьмем с тобой. Тут же будет у нас бассейн? По-моему, будет. Берем кувшинку, естественно, водоросли. Водоросли. Так, три стрел. Дорого стоит, конечно, этот три стрел, на самом деле. Ладно, сделаем так, так и вот так. Блин. Ой, ребята, рискую я. Может быть, все-таки вместо горохострела взять... Да нет, не надо так делать. Ума не приложу. Ладно, друзья, попробуем вот так вот. Я взял перчик на пробу. Посмотрим, что он делает, как он вообще тут работает. Если честно, я просто не помню. Давно это было, когда я, лет, наверное, 7-8 назад, когда я в первый раз играл «Растения против зомби». Я имею в виду про первую часть. Так что можно меня понять. Ну-ка. Ну, хорош там, зомби. Зомби пришли и также и ушли. Будем, наверное, с тобой, знаешь, что делать? Два ряда. Два ряда подсолнухов, чтобы не было у нас проблем с энергией. Так, тихо. Вот сюда вот будем ставить, чтобы у нас, ну, как бы было два рядка в запасе. Давай сюда поставим кувшинку. Сможет? Да он, по идее, должен его расстрелять. Еще один аглоедушка вышел. Ну, если что, мы с вами можем спокойно в легкую выставить кабачок, и все, ему хана. Но,
Естественно, желательно лучше горохострел высаживать. Потом солнце вот лучше. Да? Морозный горох. Морозный горох, он будет замораживать, замедлять, соответственно. Значит, нам с тобой здесь понадобится еще две кувшинки. Так, подожди, у нас здесь не прикрыты тылы. Ну, дайте энергии-то, елки-палки, сколько там надо? Ага, все, выставляем. И прикрываем, если что, да? Ну все, пора высаживать второй ряд, как говорится, подсолнухов. Ой, у меня на воде-то нету никакой защиты. Че я тут? Это у нас усиленный зомбарь бежит, пожалуй, так сказать, в гости. Мы его встретим, пожалуй, кабачком здесь. Кабачок пускай стоит. Так, раздавил, малорик. Так, выставляем сюда. Ну вот тут-то надо тоже, кстати, нам побеспокоиться о водных, так сказать, просторах. Потому что зомби могут секунду на секунду пойти. Естественно, водные. А у меня, как говорится, здесь и конь не валялся, да? И я тут беззащитный перед ними. Вот, например, видишь? Видишь, что происходит? Но здесь можно как сделать? Здесь можно отыграть роль кабачком, если что. Да, мы отыграем, если что, роль кабачком. Пускай он пока идет. Так, а я хотел, знаешь, что посмотреть? Вот так вот. Вот как делает, ребята, этот перчик. Хорошо, будем знать. Будем знать, на что способен наш чудо-перец. Уничтожает просто весь ряд. Так, секунду, что я хотел сделать? Я хотел сделать следующее. Мне надо досадить два, даже три подсолнуха и выставлять уже, наверное, морозный горох. Морозный горох будет у нас вот здесь стоять. Вот так будет самое то, да? Оптимальненько, так скажем. Раз. Так, и защиту, защиту. Про нее тоже не стоит забывать. Про наш, как говорится, орех. Ну куда ты ползешь? Ну куда ты ползешь, паршивец? Ты этакий. Сейчас же тебя быстренько на дно-то утащат. Мои водоросли. Все, друзья, у нас два ряда подсолнухов. Первый ряд горохострелов стоит. Теперь надо выставлять морозных ребят, чтобы они морозили, замедляли наших врагов. И орехи, не забываем про них. Не забываем про орехи. Орехи должны защищать нашу территорию. Так, ну что, энергия идет. Ну, все равно хотелось бы намного больше, друзья. Намного больше, почему как-то вот медленно она у нас копится. Ой-ой-ой-ой, это что у нас тут? Перчик, а ты мне поможешь в этом деле? Еще как поможет. Фига там чувачок на тачке поехал уже. Совсем вышел из ума. Тебе дам сейчас мозги. Орех, орех выставляем. Что такое трещит? А, это он, видимо, да, хрустит от заморозки своей. Так, утонул. И знаешь что, наверное, нам... Нам надо с тобой вот здесь вот выставить защиту из орехов. Вот здесь вот. Хотя, по идее, надо вот здесь, где у меня водоросли находятся. Выставляем. Так, тут интересно, будут эти спортсмены или нет? А то я расставил тут как-то немножко неудачно все. Хорошо, надеюсь, что они будут. И мы их будем замораживать, да? И они до нас просто не будут успевать добегать. Так, вот сюда я выставляю кувшиночку и... Еще не забывайте, у нас есть перчик. На всякий случай, да? Защититься мы, в принципе, с вами способны. Если будет какая-то прожорливая линия у нас идти. Кстати, сейчас будет супер нападение зомби. Так что не расслабляемся. Ох, вообще шикарно у меня тут все стоит. Зачем я сюда поставил, скажи-ка мне, горохострел? Я же сюда хотел выставить этих орехов. Ну ладно, сделаем тогда с тобой вот так вот. Орехи у нас будут вот здесь вот стоять. Ну, в принципе, тоже неплохо, да? Пускай вначале дойдут, схватят. Они, кстати, могут появиться прямо у нас из-под ног. Рандомно.
Так что надо еще, наверное, водоросли сюда закинуть на всякий случай. Готовимся к последней волне. Готовимся к последней волне. Ну. Так, завалили этого зомбаря. И я готов. Если что, будем применять с вами наш перец красный. Чили. Так, где-то едет, да? Вот он где. Вот он где собрался нас наказать. А если так вот? А? Все, сдулся парнишка. Конечно, сдулся. Ты смотри, что происходит. Вот об этом я и говорил, что они могут прямо из-под ног вылезти и натворить тут дел. Одним словом, мы здесь с вами выиграли. Ни малейшего шанса мы не дали зомбарям пройти на нашу территорию. И мы получили... Так, это у нас, по-моему, шипастая полянка. То есть мы с вами будем выставлять, и зомби, которые по ней идут, будут получать урон. Пробивают шины и ранят зомби, наступивших на них. На них. Все. То есть вот эта тачка может взорваться, да? Ладно, давай проверим. Гриб нам здесь не нужен. Так, берем с тобой перец морозного. Так, кабачок, я не знаю, нужен ли нам кабачок. Вот водоросль точно нужна. И, наверное, горохострел обычный, да? Горохострел, да, обычный горохострел. Все, поехали, ребят, поехали. Как всегда, вначале такой, да? Так долго все, нудно, выставляешь, рассаживаешь. А уже когда... Дальше, кстати, у нас уровень 3, миссия 7. То есть еще 3 миссии, и у нас будет босс. Да ладно, сразу же? Я еще даже не успел ничего выставить, если честно. Они мне уже тут зомби мозги вправляют. Так, давай. Энергия, энергия, мне нужна солнечная энергия. Давай быстрее, быстрее, подсолнухи, работаем. Окей, выставляем. Так, сверху пошел, да? Так, сверху зомби, сейчас мы его тоже должны здесь, ребята, опередить. Нам нужен горохострел. Окей. Так, он пока тут идет, а мы с вами будем высаживать еще один подсолнух. Тогда я заберу. Да успокойся ты уже, мозги, 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 да, мозги. Кувшинки. Без кувшинок, естественно, я никуда. На них высаживаем еще наши подсолнухи. Давай, давай, родные мои, давай, подсолнушки, работайте, работайте усиленно, чтобы я получил достаточное количество солнечной энергии. Ой, елки-палки, что это я тут замечтался-то? Стою, главное, зомби идет, я думаю, что-то не стреляет по нему никто. А стрелять-то неким. Сейчас бы сфейлился бы, вот. Да, замечтался, называется. Так, давай вот так вот сделаем. На всякий случай мы поставим с тобой две водоросли здесь. Ой, опять, ребята, делаю ту же самую ошибку. Господи, да что ж такое-то? Давай, горохострел, бомби. Блин, слишком близко. Слишком близко, он не успеет его, да, забомбить. Орешек в помощь. Орешек нам в помощь. Кто там, что там? А, ой, усиленный зомби идет. Усиленного зомби так легко не подбить. Так что придется... А давай посмотрим. Что-то как-то хлипенько работает, если честно. Да? Ну, шапку сбили. Шапку мы ему сбили. Так, секунду, что дальше? Сюда выставим. Сюда мы поставим с тобой водоросли. Идет хапуга. Нужен морозный мне, ребята, горох. Вот сюда я его хочу поставить, чтобы они работали в паре. Потому что морозный очень хорошо их морозит. Они замедляются и нам дают преимущество его расстрелять быстренько. Так, а он все-таки уже хрумкает орешек вовсю, да? Посмотри. Так, здесь мы с тобой сделаем, наверное, защиту будем выставлять. Подсолнухи. Давай, давай, родные мои. Так, сюда я поставлю еще шипы. Все, что за орехами, можно выставлять чисто шипами.
давай еще устроим подсолнух с тобой. Водоросли тут понатыкаем побольше. От них, как говорится, хуже не будет. Отлично, подбили. Молодцы. Дальше у нас, если что, уже есть перчик. Есть перчик. Так, давай-ка мы, наверное... Стоп, подожди, что я хотел? Ага. Я хотел еще две кувшинки вот здесь вот поставить, для того, чтобы влепить морозные, да, эти горхострелы. Так, никого тут нет супер мощного. Вот этот отряд мне не нравится, поэтому вот так вот я с ним разберусь. Утонул орел. Так, давай сюда поставим полянку с шипами. Так, топите, топите, топите этих лодырей, зомбарей. Ну что я могу сказать? Тут, в принципе, все, мы справились. Высаживаю я сюда последний подсолнух. Теперь давай посмотрим, куда чего нам влепить. Опс, тихо! Куда? Ёпрасоты, а? Чуть было не сфейлился. Смотри. Как-то даже не увидел, что он здесь подкрался к нам. Как-то даже не увидел. Давай-ка вот так вот поставим. Пускай его утопят. Водоросли эти. Так, дальше что я хотел сделать? Собрать энергию. Орех вот этот нам, по идее, здесь не нужен. По идее. Сюда я поставлю заморозку. Так, забираем это все. Сюда тоже надо будет ставить заморозку. Да, тут везде надо ставить заморозку, если честно. Во всех местах, где только видно и не видно. Забираем энергию. Так, побольше шипов, побольше. Чтобы они... Тут еще, видишь, машины могут поехать, поэтому в наших интересах, ну, как бы защититься. Сюда ставим заморозку. И я думаю, что мы, скорее всего, орехи вот эти можем сместить немножко. Или оставить так. Как бы выбор есть. Да? Выбор есть. Я, наверное, смещу вот сюда вот. Да, пожалуй, так мы с тобой и сделаем. Уберем вот здесь вот так. И поставим вот таким вот образом. Так, тут пока все хорошо, все отлично. Сюда еще заморозку влепим. А вот сюда надо уже выставлять две кувшинки. Две кувшинки я поставлю. Сюда опять же мне надо будет поставить одни водоросли. И орехи. И орехи, естественно. Так, ну что у нас там происходит? Идут, да? Ну, как ты видишь, все прекрасно у нас хорошо. Шипы работают. Водоросли выставляем. Деньги забираем. И получается, нам нужен еще один ряд. Еще один ряд сделать из горохов. Но это вот здесь надо смещать. Пока я не буду этого делать. Блин, подожди, у нас тут... Блин, мне нужны водоросли. Один горохострел не справится с этим зомби, который тут с ведром на голове. Поэтому нам надо срочно выставить сейчас с тобой водоросли вот сюда. Утопить. Окей. Теперь убрать этого. Поставить вот сюда кувшинку. Вот так. И вот так. О, теперь уже то, что надо. Так, смотри, сейчас посмотрим заодно, как, ребята, он на шипах подорвется. И все? А, слушай, ну работает. Работает, друзья мои, вот эти вот шипы. И это круто на самом деле. Это у нас... Нет, это еще не последняя, это только вторая волна. Я выставлю здесь кувшиночки. Так, что у нас тут происходит? Тут нормуль. Ставим заморозку, сюда ставим кувшинку и... Горохострела. Опа, а здесь-то почему у нас орех куда-то делся, я не понял. Побольше шипов, говорю же, побольше, побольше. Не жалейте, шипы это нужная вещь. Они идут, получают урон. И мало ли еще и машина где-нибудь поедет. Жалко, я на воде такое сделать не могу. А было бы прикольно, да? Водная машина какая-нибудь едет. Тюф, а ты шипы ей тут на кувшинке поставил. Так, ну что?
Сейчас, друзья, пойдет супер мощная волна. Блин, куда у меня орехи-то все деваются? Неужели они их быстро так съедают? Один из подписчиков сказал, что раньше он этот орех называл картошкой. Но на самом деле он похож, да, на картошку. Только картошка, правда, под землей. А это как бы снаружи. Ну и если присмотреться, конечно, он похож на грецкий орех. Так, давай я сюда, наверное, заморозку поставлю. Ой, что я сделал? Ну ладно, фиксим. Тут должен быть орех на самом деле у нас. Должен быть орех. Вот так сделаем. Слушай, ну, мне кажется, уже нам здесь никто и ничто не помешает. У нас солнечной энергии просто куча. Даже деньги не успеваю собирать. Что я могу сделать? Едет, смотри, смотри, едет, едет. Сейчас тут на шипах и подорвется. О, золотые монетки уже даже лежат. Ты-ли-ли-ли, задымился, задымился, бамс. Вот еще бы, если бы он взрывался бы, да, когда наносил бы повреждения зомби, вот это было бы классно. Ну, сейчас последняя волна пойдет. Я уже, в принципе, друзья, готов. Вот она. Я тут такую себе защиту... Тихо, подожди, не это я хотел сделать. Если я такую тут уже защиту сделал, муха, как говорится, не пролетит. Бум, взрыв там. Давай, шипы, везде шипы. Так, слушай, слушай, слушай. Вот, вот мне не нравится, когда зомби появляются прямо вот... Ну, о чем тебе тогда говорил? Прям под ногами. Очень тяжело с ними тут справиться. Я могу... Нет, не могу. Хотел перчиком немножко их припугнуть, но, видишь, не получается. Хотя, знаешь, как это можно сделать? Элементарно. Убираешь вот здесь вот, например, подсолнух. Вот, да, подсолнух. И делаешь вот так вот. И все. Оу, горящий пенек, по-моему, выпал, да? По-моему, это он. Еще такой смешной. 175 солнечной энергии он стоит. Горошины, прошедшие через него, становятся огненными шарами. Да-да, это именно он. Наш великий пенек. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня мы закончим. Обязательно встретимся в следующей серии и продолжим играть в растения против зомби. Ну а с вами был Рэй, всем пока и до скорого.